Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Relevant SEO. Сегодня мы с вами продолжаем проводить обзор наиболее перспективных проектов и поговорим о таком проекте, как HyperQuant. Прежде всего, давайте скажем, что данный проект из себя представляет. HyperQuant – это такой определенный новый формат инвестирования. То есть HyperQuant предлагает нам платформу, на которой мы имеем возможность инвестировать благодаря применению искусственного интеллекта. То есть данная платформа приходит на замену устаревшему методу, когда нам, грубо говоря, помогали в инвестициях финансовый консультант. Сейчас вся эта ответственность ложится на искусственный интеллект, на платформу, которая предлагается проектом HyperQuant. Это основа идеи. Далее более подробно мы будем говорить об этом проекте, то есть о самой идее, как она будет реализована, что будет применяться для реализации данной идеи и так далее. А сразу скажу, что данный обзор данного проекта будет разбит на несколько частей. В данной части мы просто проведем вводный такой обзор, посмотрим, что данный проект себя представляет, какая информация представлена на сайте, и посмотрим, что мы будем уже рассматривать в дальнейшем, какие темы. То есть сразу же, что хочется отметить, здесь на сайте у нас представлена информация, что, то есть как это будет работать, например, для криптоинвесторов, для обычных трейдеров и для то есть уже крупных инвесторов, таких как инвестбанк, инвестфонды и так далее. То есть вы можете посмотреть здесь, какие преимущества даются именно криптоинвесторам, как, то есть, вот, в данной сфере применяется блокчейн, смарт-контракты, для чего они вообще здесь применяются и как они вам могут помочь в данной сфере. Ну, то же самое про трейдеров и про крупные инвестиционные фонды. То есть здесь также представлена информация, то есть о том, как это все работает, как происходят слы, то есть как происходит вся связь, как работает блокчейн, как происходят транзакции, как работают смарт-контракты и так далее. То есть об этом здесь вся информация представлена. Ну и также в вводном обзоре сейчас напоследок я посоветую вам, естественно, посмотреть видео, которое представлено здесь на сайте, в котором говорится уже о том, что данный проект себя представляет более подробно. То есть в инфографическом виде здесь представлена информация о работе данного проекта. То есть здесь показано, как данный проект будет работать. В принципе, на этом все. Данную часть обзора я завершаю. Далее мы более подробно будем говорить непосредственно о инвестициях в данный проект, то есть как в него инвестировать, ну и о дальнейших других вопросах, то есть посмотрим white paper, команду проекта, roadmap и так далее. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго и до новых встреч.